Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу с вами поговорить про линию фронта, а именно почему в линии фронта, если вы не заметили, чуточку уменьшился фарм. Это не прям там катастрофа какая-то, не в половину, там не в два раза, не в 20. Просто серебра стало немножечко меньше. Если сравнить первый эпизод и второй эпизод линии фронта, то можно заметить, что уже сейчас очень много легких танков, а серебра стало чуточку меньше. Ну и уже понятно и очевидно, что эти вещи связаны. Фарм уменьшился, может быть, там процентов на 5-10, но чуточку заметно, что его стало меньше, этого серебра. Все потому, что легких танков просто стало море. Все это связано с тем, что картошка уже очень давно занимается повышением популярности легких танков. Вот тебе и марафон на легкий танк. И перед этим продавали один прем-танк легкий, другой прем-танк легкий. Понаделали кучу прем-танков легких. 30 копий бульдогов понаделали. Легких танков премиумных просто очень много. Да и марафон, где можно получить бесплатно легкий танк, либо докупить его со скидкой, тоже сказался в ту сторону, что легких танков стало больше. А что означает большое количество легких танков? Не только в линии фронта, но и просто в обычных рандомных боях. Когда много легких танков, это значит, что много света, мало очков прочности на команду, да и сами легкие танки любят где-нибудь поразбиваться. Так и получается, что урона набивать можно, но чуточку меньше, чем раньше. Поскольку легких танков много, хп у них меньше, и чисто физически вы можете настрелять урона меньше, поскольку просто хп меньше в команде. Также еще по легким танкам нужно попасть. С картошкиным ВБРом и с быстрой скоростью легких танков не каждый раз получается в них попасть, если они быстро едут, особенно вдалеке. Это тоже сказывается на фарме, поскольку промахиваясь, вы тратите свое серебро. Также еще легкие танки забирают часть серебра, когда они подсвечивают врагов. А поскольку легких танков много, то все всегда светятся, и часть серебра уходит кому-то, кто светит. И вы не всегда стреляете по своему засвету. Вы и до этого могли стрелять по чужому засвету, сейчас еще реже стреляете по своему засвету, поскольку у легких танков просто тьма. Также и в обычных рандомных боях все то же самое, когда много легких танков, то настрелять урон получается не так легко. Особенно если вы играете на медленном танке. Я долго думал, зачем картошка столько времени занимается этими легкими танками, зачем их столько много? Ведь это вообще никому не надо, в рандоме бои от этого лучше не станут. Неужели это все было сделано для того, чтобы в линии фронта меньше люди фармили серебра? Оно того стоило? Или это все получилось у них случайно? Такое ощущение, что в картошке все случайно. Но все время везде видно какой-то подвох. Да, конечно, прикольно на ЛТшке покататься в линию фронта, не так скучно. Но когда их катается по 5 штук кучей по центру карты туда-сюда, то это больше похоже на какой-то хаос, нежели веселье. Да и если бы они еще нормально играли, они просто бешеные, эти легкие танки. Да и когда играешь на самом легком танке, то тоже получается нафармить не так много, как в прошлый раз, поскольку все играют на ЛТшках, и засвет распределяется по всем этим бешеным ЛТшкам. И ты уже не один светишь, а вас куча светит, оно все разделяется, и серебра получается не так уж и много. Конечно, может повести, когда ты все сам, все себе. Тогда будет серебра много, но сейчас видно, что все расползается по куче бешеных ЛТшек, по которым еще и не сильно много настреляешь урона. Мне это вообще не нравится, куда движется картошка. Все эти ускорения разных боев в различных режимах картошки мне не сильно нравятся. Старые ламповые тактические бои мне нравились больше, нежели эти бои в хаосе каком-то. Пишите в комментариях, как у вас фармится на тяжелых танках, поскольку в линии фронта я на тяжах не играю. И на арте тоже интересно узнать, что с ней, поскольку на арте я тоже в линии фронта не играл и не знаю, изменилось у них что-то или нет. Ну и у тяжелых танков тоже интересно, что у них поменялось. Может быть, они не так сильно пострадали, но я на своих ЛТ и СТ заметил, что я фармить стал чуточку меньше. Уменьшится ли количество арты в рандоме, пока артоводы по 5 минут ждут очереди в линии фронта? Надо проверить. Вот такие вот заметки с полей сражений. Ну и поскольку вам очень сильно нравятся мои видео, и вы все хотите, чтобы канал развивался, ставьте лайк, пишите комментарий, жмите колокольчики, подписывайтесь и делайте репостики видео себе в социальные сети, чтобы ваши друзья увидели мои видео. С вами был Варчик, играйте красиво, пока!